В минувшие выходные, не обращая внимания на дождливую погоду, горожане пришли на стадион, чтобы поддержать любимую мотобольную команду «Металлург». Это была первая игра чемпионата России по мотоболу 2013 года. Несмотря на ожесточенную борьбу, «Металлургу» удалось одержать победу со счетом 4-0. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. После тяжелого финала Кубка России, который прошел в начале мая в городе Ипатово, где за победу сразились команда «Металлурга» и команда «Колос», спортсмены снова встретились, но теперь уже на стадионе города Видное. Матч опять был не из легких. «Колос» сейчас стал очень серьезным противником нашему «Металлургу». Первый период игра шла на нашей стороне поля. Но капитану видновской мотобольной команды Владимиру Сосницкому удалось забить первый гол. Соперник достойный. Мы с ними в финале Кубка России играли. И вообще, каждого соперника вообще всегда надо уважать. Сегодня вот вы видите по первому тайму, то есть счет 1-0. То есть игра вроде и преимущество «Металлурга», а вот счет пока вот. Но в нашу пользу. Матч закончился со счетом 4-0 в пользу «Металлурга». Но играть первую игру чемпионата, тем более дома, всегда тяжело. Когда спортсмены еще не вошли в раж, когда за тебя переживают родные и друзья, все это психологически влияет на общий настрой команды. И бессменный лидер мотобола «Металлург» тому не исключение. Дома первая игра всегда нервы, напряжение. Психологическое напряжение, конечно, есть, но я думаю, в процессе игры они сейчас настроятся. Я думаю, должны, конечно, выиграть. Поэтому тем более приятно, опять спасибо зрителям все-таки. Пускай не полная трибуна, но если с двух трибун, одна будет полная. В начале июля сборная команды России, костяк которой составляют мотоболисты нашей команды, выезжает во Францию на чемпионат Европы. Болельщики не сомневаются в их победе, но сами ребята каждый раз очень переживают и предпочитают не полагаться на волю случая, а упорно тренируются, чтобы не разочаровать своих болельщиков. Будем ждать ребят с победой. За Россию играем. За честь Родины будем отстаивать. Я думаю, что должны победить. В это воскресенье, 2 июня, 18:00, команда «Металлург» снова ждет всех жителей и гостей города Видное на очередном матче чемпионата России. В этот раз мы встретимся с командой «Алмаз» Ставропольского края. Придите и поддержите ребят. Юлия Погосян, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.